Ебать. Сила ядерных ракет. ТНТ, 1 килограмм. Мне просто интересно узнать, какая самая мощная бомба на планете. Ну, я? Пи! Граната. Пи! Пи! О, блядь! О, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! На нахуй! Фазер оф... Ой, блядь! Нейтрон бомб. 1 тонна. ЕМП бомб. Халифакс какой-то. Ебать, на самом деле стрёмно. Говно, блядь, что это? А, это типа в сравнении с Эверестом, да? Нихуя. Атомная бомба. Пиздец. Ёбаный рот, блядь. Ну, вы поняли, короче. Осуждаю эту... Ёб твою мать. Колбот бомб. Радиация, Fallout. Что-то... На нахуй. Тунгуска. Ёб твою мать. Ебать. Это у кого она? А, Америка? Пиздец. Айщ. Царь бомба. Ебануться, блядь. Что? Хиросима? Ля, блядь. Вон Хиросима. В сравнении с царь бомба. Пиздец. Нахуя вообще она существует? С какой целью ее вообще применять? То есть что должно произойти, чтобы кто-то ее заюзал? Охуеть. 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 Пиздец. Кракатоа. Что это, блядь? Вулкан? Ёбаный вход. Все нуклеар бомбы, что-то все ядерные бомбы сдетонированы, типа, когда-либо. Я так понимаю. Я правильно все понял, да? Вместе. А, это типа 10 баллов землетрясения. Анти... Какая-то... Антиматерия. А это что? Супервулкан. Короче, царь-бомба получает самое это... Жёсткое. Ничего не понимаю, ну ладно. Нихуя. Нихуя, серьезно. То есть это даже с космоса видно, вон. Че? Бля, что со звуком-то? А! Комета во времена динозавров, ага. 50 биллионов Хиросиму бомб. Ебать. То есть это сравнимо с... Ебать. Да, хреново, конечно, динозаврам. Не повезло. For now. Что? Что, блядь? Что это? Что это такое? Нани! Что это было? Гамма какой-то... Гамма-луч или что это? Саб-зиру? Взрыв солнца, что? Супернова? Пиздец какой-то, если честно. Ну, пиздец. Я тоже так хочу. Эх. Не, ну это, конечно, да, стрёмная хуйня. Вот, сука, ля, блядь. А царь бомба это чья бомба? Это... Наша?
Моя? А, да? Ой, бля, понятненько. Россия! Ну тогда все понятно, почему. Почему нас так боятся? Конечно, блядь, такую бомбу запусти. Пол планеты разнесет. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусную, очень-очень сочную. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.